17 миллионов рублей будет выделено Чувашии в 2015 году на софинансирование строительства и реконструкции дорог к деревням и селам, а также к объектам производства и переработки сельхозпродукции. Всего правительство России планирует выделить на сельские дороги 4,5 миллиарда рублей. Их получат 52 региона страны. Согласно распоряжению, которое подписал Дмитрий Медведев, Чувашия получит 17 миллионов 334 тысячи рублей. Средства выделяются в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года.